Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. А так само наші сьогоднішні гості – гэта директор Інституту політичної сфери, доктор політичних наук Андрій Казакевич. Андрій, привітання! І політичний оглядальник Радіо «Свобода» Валер Карбалевич. Валер, добрий день! Вітаю! Два гады тому у Беларусі адбыліся президентские выборы. Чым далей тыя падзеі, тым, магчыма, больш глыбока мы асэнсоўваем іх урокі неверагоднага 2020 году. Вось адзін з урокаў, адно з пытанняў, гэта ці варта было падымацца? Тады гучалі галасы, прычым такіх розных людзей, як Зянон Пазняк і Яўген Прыгерман, што не трэба, што кепска ўсё кончыцца. І цяпер, праз два гады, можа быць, яны мелі рацыю, Андрей? Ну, гэта гісторыя і гэта палітыка. Мы не ведаем, што было, каб людзі не падняліся. И чтобы было б лепш, ну, так само не факт. Все-таки закручивание гаек началось крыху ранее, хоть, конечно, и не в таким массовом масштабе. Где после протеста 2017 года, в 2018 году это уже было высоково и довочно. Тому это первое, да, что хотелось подзначить. Другое, это то, ну, а кто, я думаю, что больше кто поднялся, не ведал я, кто такие Евгений Прагерман, и натуральный текст его не читали. Ну и, напевно, вельми цьмяна ведает, кто такие Пазняк. Треба все-таки не перебольшивать значение громадянской супольности, экспертной супольности, те политичных субъектов, ну, новых политичных субъектов в процессах, якія былі у 20-м годзе. Унутранае напружанне ў грамадстве ўсё-такі было вельмі моцна, і мне падаецца, што каб не гэтыя суб'екты, то некія іншыя з'явіліся і, ну, фактычна сталі б такім каналам выдзядзення той вот негатыўнай энергіі, таго напружання, таго незадаволення, якое было ў беларускім грамадстве у 20-м годзе. Ну, якое назапашвалася, напэўна, прыблізна 10-годзе стагнацыі эканамічнай, якое раздражненне уладамі, якое назапашвалася ў сувязі з тым, што, ну, в прынцыпе, улады не давалі нейкіх такіх выразных меседжаў грамадству, ні што тычыцца эканамічнай перспектывы, ні што тычыцца вот барацьбы з ковідам, да, узгадаем все гэтыя выказванні, вогуле пазіцыянавання Лукашэнка ў тыя часы. Ну і врэшце рэшт не трэба забываць, што ў 20-м годзе Лукашэнка, ну, фактычна не вёў перадвыбарчай кампаніі. Ён ездзіў там па розным ваенскім часткам, пужаў насельніцтва, абражаў, даваў такія хутчэй вот пагрозлівыя і зняважлівыя меседжі, але вот, ну, вот это так само загадка, да, 20-го года, чомусь улади не робили некую позитивную політичну кампанію. Ну, все это і привело до політичного кризису, і позиція, там, скажем, вот, ну, то, що можна назвати громадянською супольністю, там, скажем, нова позиція, это тільки один з невеликих елементів всього этого процесу. Валер, а які ваш адказ? І тады, і зараз некаторыя кажуць, гавораць, што, маўляў, трэба было працягваць, працаваць на вось гэты шлях паступовых зменаў аўтарытарнай сістэмы, падтрымліваць вось гэтую там мяккую лібералізацыю, мяккую беларусізацыю. І тады бы і захаваліся і грамадзянская супольнасць, і СМІ, і многае іншае. А вот все это урэшце было страчана. І цяпер у Беларусі суцэльны тэрор, сотні палітзняволеных. Мы все з вами вот за мяжой. І все ж такі вот это пытанне, ці варта было тады? Ну, калі казаць пра мяккую беларусізацыю, то яна справды была. Што тычыцца мяккай лібералізацыі, то яе не было, і хутчэй, сапраўды,
я згоден с Андреем, что к 2020 году тут худший зворотный процесс. Але я тут хотел сказать про іншее. Любая революция – это вымух коллективного, бессвядомого. Тому вот, когда сейчас раздаются такие попроки, то возникает питание на адрес, кого эти попроки. Кто субъект этих попроков? Бо, скажем, когда той же Евген Пригерман писал свой лист перед 20-м, в начале 20-го года, перед этим протестным выбухом, то там был, здається, ну, конкретный адресат. Это типовая оппозиция, якая рыхтовалась до президентских выборов, проводила праймарис, але почалися протесты, и выяснилось, что это типовая оппозиция в Бокле. Как бы, оказывается, в Баку никак не удельничал в этом процессе. Вот. После провала праймериза оппозиция в Бокле собиралась бойкотовать этот выбор. Тому вот не зрозуміло, хто суб'єкт ось гэтых покроков. Это был вибух безсвядомого протесту громадства, у якого не було докладних керівників, ці гэтыя керівники по ходу процеса менялися, одні оказывались в турме, з'являлися іншие. Ось. І тому тут можна сказати, що коли зміни якби готові, то яны ні у кого не питають, яны відбуваються самі собою. Ось. І тому, покольки нема суб'єкта ось того, на адрес якого роздаються ці покроки, то ввогулі якби тема варта була починати, не варта була починати, вона просто губляється. Її просто Валер, нема. Ну, в принципі, бачите, можна розглядати адресата як громадянська супольність. Ну так, яна не була керівником, а мле магчыма яна якби падтрымлівала, яна натхняла, натхнялася. І от ви пригадали этот ліст Євгена Пригермана у красавіку 20-го году, коли він сказав, що коли нікого порозуміння в білоруському громадстві не буде, скончиться все вельми кепско. То ви пам'ятаєте реакцію на этот ліст громадянської супольності? Нет, мы не хочем. Ну, окей. Ну, давайте разберемся, что мы разумеем под громадянской супольностью. Когда мы разумеем те легально існуючие структуры, которые існували в момент этих протестов 20-го года, то не они были главными как бы, руховиками народных протестов. Подчас протестов з'явилися новые инфраструктура вот этой громадянской супольности, абсолютно новая, нечаканная, и она з'явилася хутко в выгляде вот этих чатов, дворовых супольностей, супольностей микрорайонов и так далее. Именно это эти новые структуры, которые можно справедливо назвать новой громадянской супольностью, стали головными руховиками, головной рухающей силой этого протеста. Вот, тому можно, конечно, попракать там, я не ведаю, союз письменников, ці правооборонные организации, ці еще какие, но алены так само оказались как бы в этом процессе, ну, скажем так, не головными, мягко говоря. А можно Андрей, я додам? Да-да, я, может, хотел бы удокладнить вот вам питание. Ведаете, это, саправды, вельми загадковая такая, на мой погляд, тема, як керовался протест. От коли ви пам'ятаєте, тоді призначений, новопризначений губернатор Городзянської області Володимир Каранік, він там зустрікався з роботягами, роботяги кажуть, що от, ви, влада, повинні пасти на перемови, і Каранік каже, а з ким перемови? Со Степом Нехта. Бо, якби, керує він, от бачимо ми його. І це саправды, до речі, адрознення, скажімо, і від 6-го, від 10-го году, коли тоді виразна опозиція кандидата в президенти говорили, ми вас закликаємо на площу, все вирішить площа. Як не парадоксально, в 20-му році ніхто з політиків не говорив, що все вирішить, що вулиця чи площа. Ніхто, ні Бабарика не казав, ні Тихановська не казала. А от як це було збудовано, як це було устроєно? Ну, тут у двох словах не скажеш, да. Саправды просто было великая вот эта негативная энергия, невеликое незадоволение громадства.
Яно, ну, вот, часам знаходзіла выхад праз несацыялізаваныя структуры, ну, там, скажем, вот, штабы выбарчыя, да, то есть, вот, як некай формы актыўнасці, там, ці, скажем, праз медыя традыцыйныя. Але таксама і будаваліся новыя каналы. Ну, скажем, тыя ж самыя телеграм-каналы, ўвогуле, вся вот эта вот асяроддзе, да, телеграм-канал, розныя мясцовыя супольнасці, раптам людзі, якія там займаліся просто якой-нибудь там вот экалогіі, там 20 год палітызаваліся, хаця да гэтага нават блізка да гэтага не мали дачыненню. Палітызаваліся бізнес, і ну все гэта адбывалася, ну, як бы гэта не выглядае як такая вот прям кіруемая структура. Напэўна, конечно, меседжы, якія сыходзілі з кіраўнікоў палітычнай кампаніі, ну вот спачатку Бабарыка, потым гэта аб'яднаныя штабы, то гэта, ну, задавала нейкі тон. Але гэта, ну, дакладна не было нейкім вот сапраўдным драйвером. Вот я вот просто узгадываю, як гэта тэхналагічна вот было арганізавана. Вот, скажем, записывался некий видос, и он ставился в YouTube и набирал там сотни тысяч проглядов, там, может, нават больше за миллион. Да, и вот, до речи, те люди, які гэта рабілі, потом, калі уже отбылись все гэтыя процессы, спробовали нечто такое зрабіць, там, напрыканцы 20-го года, там, в 21-м, и раптом оказалось, что я вот не працую, да. Что я бы просто уже грамадство хочет чего-то іншого, там, скажем, уже информационные потоки по-иншому просуюць. А там, ну, в принципе, в 2020 году достатково было просто что-нибудь сказать оппозиционно, резко, и ты там одразу взлетал у популярности. Да? Когда ты начинал казать что-нибудь на дворо, что нет, треба там тише, ты заставался просто на задворках. Вот, до речи, цікаво и феномен вогуле оппозиционных кандидатов. Вот был уже, ну, Тихановская, Светлана Тихановская была не одним. Был еще Андрей Дмитриев, так, был Черечень. И вот накольки яны вытискались из информационной просторы, просто потому что, ну, яны не давали вот некой такой, ну, скажем так, революционной повестки. Хотя казали вельми разумные речи, я бы сказал, некоторые промовы, там Андрея Дмитриева, может быть, нават были лепш структураваны, чем у Светланы Тихановской, якая больше на эмоции. Вот промовы были зарентаваны, но ли тем не меньше. Вот грамадство успрымало, читало менавіта гэта. Тому тут все-таки, напэўна, основным фактором гэта было менавіта вот незадовольность людей. Это было протест. Людей, якія, і людзі хацелі паказаць гэты пратэст, паказаць, што яны не згодны. Што тычыцца, да речы, зноў жа, грамадзянскай супольнасці, палітычнай партыі, то, ну, давайте будзем шчыры, што я не буду казаць, там большая частка структур, але значная частка структур у кампаніі 20-го года палітычнай кампаніі не ўдзельнічала. Ну, пасля пратэстаў, пасля жніўня 9-го, ну, іх стало больш, тыя, хто далучыліся, але зноў жа многія, я там не ведаю, десяткі мог бы, напэўна, тут пералічыць, якія казалі, не, то есть будзе толькі вот, ну, карацей, вот, хутчэй за непакоенасць пазнікае пра германа падтрымлівалі на гэты конт, і былі, не былі актыўнымі. Ну, але зноў жа яны, як толькі... Але я так разумею, у 22-м годзе яны пад гэтую сякеру трапілі ўсё роўна, многія з іх. У 21-м, так. І, да речы, потым там не глядзелі, да, хто якую пазіцыю займаў у 20-м годзе, хто быў за, як бы, працяг курса лібералізацыі, хто быў супраць Лукашэнка, хто ўвогуле быў апалітычны. Яны ўсе потым, да, былі пакараны ў 21-м годзе па прыкмеце зусім іншай. А то па прыкмеце, што яны звязаныя з Захадам. Да, таму, скажам, зноў жа, вось, ну, палітыка не такая вот простая рэч, каб можна было за праз адну такую нейкую вот схему ўсё патлумачыць, што адбылося ў 20-м годзе. Ну і сапраўды, все-таки, вот ніхто на той час не мог прадказаць тое, як будуць паводзіць сябе ўлады. І калі вот, напрыклад, узгадаць гэтыя першыя заявы пра тое, што давайте, можа, неяк там сцішымся, супакоімся, якія вот выказваліся розными экспертами, причому не только про германам,
то у меня вот возникало питание, ну окей, а вот ці працює на гэта хтось з улади, от ці розумієте на гэта, тому що напевно, каб от у гэтий час нехто з адміністрації президента почав би некі там консультації чи перемови там з тими чи іншими політичними силами, які от удзельнічали у політичній кампанії, да, ну ситуація могла б виглядати крху по-іншому. Але ну принамсі от зараз ми бачимо, що хутчэй таких контактів не було, да, і це була абсолютна от ізоляція. Вот. Самі влади взяли курс ну, на таке, ну, на конфлікт. От мені подається, що це був свідомий вибір Олександра Лукашенка початку цієї кампанії на конфлікт, сходячися з стратегії, що от я є, я народжений президентом, і ви під мене от, будете ну, от, підстроюватися, а не я під вас. Ну і, звісно, було б наївно чекати. Це мені нагадує, що... ведаєте, колісті у школі читали роман Михайла Шолохова «Поднятая целина», і там два герої, один з другим розмовляє, один каже, контра голову подимає, другий каже, пущай подимає, легче рубати буде. От не виключено, що прикладно такий розлік у 20-му році і був, легше рубати буде. Ну так, але это наивно полагать было б, что это не приведет до серьезного конфликта. До речи, вместо того, как остаться популистом, каким был Лукашенко там большую часть своей политической карьеры, он решил стать крыжоносцем, да, який вот свои некие там каштовности, эти свою позицию собирается как бы проломить гвалтом. Ну, конечно, вот без наступств, в том числе для влады, вельми глубокие и вельми негативные наступства, без наступств это не могло. Андрей, еще один сюжет, это характер протестов. Ну, мы памятаем, что как бы все яны, як до речи, в попередние годы, яны проходили под як бы лозунгом, под парадигмой только мирный протест, вот Джин Шарп, вот Эрика Ченовит, ну, не все ведали, але вот 3% достатково, там 3,5, все, як бы, гарантованный поспех, все слухали Каца, який вот это, як бы, лез не кожный день, вот все это тлумачил, и, в принципе, вся оппозиция так говорила. Ну, а потом, как бы, вот, мовляв, выйдет 100 тысяч, и все будет. Ну, вышло 300 тысяч, и, как бы, вот, выник такой, який есть. С другого боку, ну, вот, зараз, вот, когда мы с вами разговариваем, отбывается процесс Федуты Костусева-Зенковича. Ну, это, как бы, другая спроба дейничать иншими. Ну, и сказать, что она привела до поспеху, так само тяжко. Не скажешь. Так вот, некие высновы 20-го года на конт того такти, инакш дейничать, яны как бы стали вот зараз, скажем, больше ясными. Ну, методы мусить быть адекватной ситуации, да, то есть это коли коротко отказать на питание. Никаких мягчимостей для силового супрацьстояння у Беларусі у 20-му годзі не было. По-перше, грамадство было до гэтага не готово. Вот грамадство хотело протестовать. Вот у полного значения гэтага слова, значит, показать свою незгоду. Не змагаться там за гэта, до апошняга там, да, не штурмовать. Ну, здаецца, у центральной повестки гэтага не было. Гэта не адпавядала як вот адчуванням большасці людзей, якія вот выходзілі на плошчу. Гэта па-першае. Па-другое, для арганізацыі ну, некай сілавых дзеянняў павінны быць структуры. Вот мы не знойдзем прыкладаў, ну, ці прынамсі мне невядомы прыклады, дзе паспяховыя некі вот сілавыя дзеянні з боку там тих, хто падымае паўстанне ці супраціўляецца ўладзе, каб такія дзеянні былі паспяховымі, каб калі адсутнічаюць структуры, то есть некія палітычныя партыі, парламентарныя арганізацыі, ну, іншыя вот формы арганізацыі людзей, які іх накіроўваюць, які размяркоўваюць, хто ідзе там да якога будынка, што там трэба рабіць, некую каардынацыю на гэтага ажыццяўляе і гэтак далей. Да? Ну, калі мы згадаем все там недаўнія прыклады, там той ж самы Украіну, ці там Кыргызстан,
все там было. Ну, в Беларуси, в принципе, ничего, да, то есть некие структуры не могли координовать и узначаливать такого кшталту день. Тому мирный протест это была единая максимость. И, ну, люди мусили попробовать. Принамсі, позначить таким чином свою політичну позицію. Ну, а вже, що там далі відбулося, знову ж, ніхто прогнозувати, я думаю, навіть самі влади, ні в жнівні, там, ні тим більше раней не могли. Але я не бачу ніякої альтернативи і можливості ні інституційних, ні просто психологічних для інших форм протесту, окрім мирних, у Білорусі у 2020 році. Валер, а коли це спроєцірувати на будучиню? Ну, от я кажу, у 20-му році, справді, Андрій має рацію, якби, і організаційно, і, найголовніше, ідеологічно. Просто альтернативи не було. От тільки мирний протест. Тепер можна сказати, що в певному сенсі громадство прийшло до вислови, що мирний протест, от, супроти такої системи, супроти такої диктатури, ну, і він нічого не дає, не дає плену. Ці, якби, такої вислови громадство в цілому не зробило. І не виключено, що про певний час воно і знову все ж таки пойде на мирний протест, а не який інший. Бачите, у мяне ёсць одна вялікая праблема. Я вельмі даўно жыву на гэтым свеце. Я ўзгадваю, нічога ж новага пад нашым, так сказаць, пад нашым небам. Пасля 2006 году прэзідэнцкай кампаніі, калі намётавы гарадок з'явіўся на плошчы Кастрычніцкай, тады папракалі Мілінкевіча і Казуліна у тым, што той натоўп, які сабраўся тады, яны чамусьці не накіравалі на некія рашучыя дзеянні, а павялі да плошчы Перамогі ускласці вянкі ці кветкі да вечнага агню. Маўляў, чаму яны не дзейнічалі рашучы? І 5 гадоў усі папрокі на адрас Мілінкевіча былі ў тым, што ягоная галоўная памылка не рашучасць. І ў 2010 годзе гэтую памылку вырашылі выправіць. Ну, як выправілі? Ну, паламалі дзверы ў доме ўраду, да. У выніку, як бы, быў пагром вялізны апазіцыйных структураў, вось, і дзясяткі палізняволеных і так далей, і так далей. Ну, цяпер, як бы, гісторыя паўтараецца. Зноў цыкл, зноў абвінавачванне ў тым, што ў 20-м годзе дзейнічалі нерашуча, не ішлі на штурм, яшчэ нешта не рабілі такое, таму давайце, маўляў, тут мы будзем цяпер беларускае войска ствараць некае, вызвольны рух, вось, ну, я не ведаю, так сказаць, рыхтавацца да некага ўзброенага паўстання, да. Ну, таму, бачыце, цыклы ёсць, яны, вось, ідуць такімі хвалямі. Ось, сапраўды, нема адказу на пытанне, у які канкрэтны момант эфектывнее, скажам так, узяць уладу, ці гэта мірным шляхам, ці гэта ваенным шляхам, ці некімі, як бы, прапорцыямі і таго і іншага. Все таки канкрэтны момант все вырашаецца па-іншаму, в залежнасці ад сітуацыі. Я думаю, што галоўная праблема дэмакратычнага пратэсту 20-го года была не ў тым, што ён быў, так сказаць, мірны ці не мірны. Галоўная праблема была ў тым, што не было сапраўды яснага кіраўніцтва, якое бы ставіла канкрэтныя задачы. Вось тое, што гэтыя маршы адбываліся толькі па нядзелям, па выходным. Ну, гэта давала ўладам магчымасць падрыхтавацца, перадышку давала цэлы тыдзень і так далей. Вось, мне падаецца, галоўная памылка была ў тым, што пасля выходнага, пасля пратэсту людзі разыходзіліся па хатам. Не трэба было разыходзіцца. Трэба было стаяць ночью, днём. Вось, да таго часу, пакуль ўлада не пойдзе на саступкі,
Треба было вылучать некие вельми конкретные речи, скажем, вызволение всех политвязням для початку. Скажем, ну вот у этом была помылка, а не у тем, что мирно, не мирно. Я згоден с Андреем, что інших вариантов, кроме мирного, просто не было в той час. И еще одно опошнее питание – это Россия. Мы памятаем, что тогда, в разгар подеев, Путин объяснил, что он створает силовую резерву, полицейскую резерву, на выпадок, что коли в Беларуси протесты набудут как бы характер забурэнняў, мятежу, ён как бы рука не здрыганецца. А пазней, уже здаецца сёлета, уже коли пачалася война с Украиной, были опубликованы документы, ну, невядома доклады, сапраўдныя, несапраўдныя, якія сведчаць про тое, что тады, в 20-м годзе, у России распрацоўвалася нават вайсковая операция на подавление у Беларуси протестов, на выпадку коли, як бы. Ну и нарешті мы бачили в 22-м годзе, на что увогуле здольная Россия. Что и она, коли что-то ее как бы не подобается, коли она лечит, что все отбывается не так, как она хочет, она просто начинает войну. И вот задним ликом, коли б, умовно кажучи, белорусская революция, белорусские протесты начали перемагать неким чином, то 100%, что вот как бы украинский кейс 22-го года просто отбылся бы в 20-м годе. Пришли бы русские танки, пушки, ракеты, десанты, и все, они бы просто как бы захопили Беларусь. Магчыма, отдали потом Лукашенко, а магчыма и не. Валер. Я думаю, что в 20-м годе Россия давала белорусскому грамадству невеликий шанец. Этот шанец, ну, был некие 10 дён, не тыдзень после 9 жнивня, после президентских выборов, коли Кремль хистался, коли российские федеральные медии довольно адекватно оценивали ситуацию в Беларуси и довольно, ну, как бы правильно показывали, что на самом деле отбывается. Вот. И это было повторение, так сказать, некого армянского кейса 18-го года, когда Пашинян пришел до влады так само мирным шляхом, але не ставилось питание про геополитический разворот. В Беларуси так само не ставилось питание про геополитический разворот. Вот. И тому, я думаю, что такой шанец был без российского вмешания. И зверните увагу. Путин сказал, что вот, когда саправды пошнутся некие забурения, когда пошнется вот той самый силовый вариант, про который мы говорили только что, вот в этом выпадку Россия саправды могла вмешаться, как она вмешалась у подеи в Казахстане уже у студени этого года. Вот. А коли б не было, а то, что вот как раз все это отбывалось мирным шляхом, и это, ну, как бы предухилило всякие российские вмешания. Мне подается, вот этот момент очень важен. А то, что там у Министерства обороны были некие планы, ну, видите, генеральный штаб и существует для того, как створать планы на всякий выпадок. Тому я не сомневаюсь, что такие планы были, и, может быть, и шмат было, вот, на разные выпадки. Для этого генеральный штаб и существует в любой стране. Андрей, и ваш отказ, вот как бы поспех белорусской революции, в какой бы то ни было форме, бо, ну, она как-то дивна для такого человека, как Путин, особливо, я кажу, с уликом того, что мы в 22-м годе про его додатково, может, доведались, что он был в 20-м годе, значит, разважал, что вот Лукашенко, моего как бы человека там скидают. И вот, коли его скидают мирно, ну окей, я примаю. Не сдается. Ти вам сдается иначе. То есть вот, ти была связка, что перемога революции означает российское ворвание. Ти все-таки не, вот як Валерна про тут лечить, а вы лечите як? Треба было згадать контекст. Россия гуляла с белорусским протестом. Не было однозначного восприятия этого протеста как погрозы своим интересам. Принамся, да, вот, певные кропки
А можа і нават увогуле. Ну, давайте узгадаем. Вясна, ці, там, зима 2020 года. Стасунки паміж Росією, Беларусію, паміж Лукашенко і Путіним далёка не ідеальныя. Можна вам сказаць, што наадварот яны канфліктныя. Россию белорусские улады разглядали в якости погрозы, и таких было и выказываний шмат, и формальных, и неформальных, тягом усёй политической кампании. То есть вот в гэтый час менавіта Россия была таким вот, ну, крыніцай нестабильности. А про Захад, до речи, практически ничего кепского в этот час совсем не было сказано. В лютом 20-го была встреча с Помпео. Помпео приезжал. Так. Ну, але и уже ближе до выборов так само этого не было. Все пошло разворачиваться поздней. Я тут вот сгодный с Валерием, что все отбывалось, вот, напевно, ну, 10 дней, 14, ну, я не ведаю, кольки, но некий вот период после выборов. И это ты... Россия, напевно, могла подтримать разный сценар. Конечно, потребовала бы от той силы, якая переможе, певных гарантий своих интересов, навязывала бы свою повестку. Ну, але она не, видовочно, не подтримливала одразу и вот прямо там щиро Александра Лукашенко. Надворот, напевно, в этот час отбывались консультации, когда Путин ставил мовы белорусским уладам, что они мусят сделать, как вот в вынику подтримка отбылась. Ну и уже только после этого, когда из одного боку стало зрозумело, что протест, ну, не сможет взять, то есть вот сама система, она просто так не распалась, да, что консолидация вот улады, силовые структуры, принамсі, да, она, ну, ресурсы это достатковые, да, у Владика поступово начать отвоевывать политическую простору. Но после этого уже была сделана ставка на Александра Лукашенко. Ну и, до речи, с этого момента Александр Лукашенко начал активно казать про то, что Захад – это ворог, что все придумал Захад, что это была придумка там Чехии, Голландии, Польши, ну, там такие складанные были схемы. Вот, и начал фактично отпрасовывать российскую повестку. Памятаем, что вельми хутко заявился десант российский на белорусском телебачении. Причем вот эта отпрасовка российской повестки началась на разных уровнях, от исторической политики до международной политики. Ну и вот уже вот так просто это день Кремль Кочеткова, как бы, так сделал ставку на белорусские улады. Хотя еще и позднее, напомню, что всю осень вот 2020 года мы могли бачить предметы того, что, ну, Кремль спробовал так прямо, искусно гулять вот с протестно настроенной аудиторией. И заправду, вот еще раз, думаю, это важный момент, который узгадал Валера, еще раз просто хочу его отзначить, это то, как вели себе, ну, мейнстримовые каналы российские, пропагандистские. Как навод Соловьев мог там казать про то, что мы не допустим таких валт, який был у Беларуси, робил разные там интервью с теми, кто потерпел. И таких проявов было шмат. Ну, ясно, что как позиция Кремля однозначно была накирована на подтримку Александра Лукашенко, то, ну, картина информационная выглядела по-иншему. Особливо уличивающе то, что, ну, значная часть громадства белорусского, тем лику и того, якое протестовало, оно находилось на той час под уплывом российских сродка массовой информации. Тому вот, коли уже стало для Москвы зрозумело, что Лукашенко погодился на роль подпорядкованного партнера, что он будет сгортывать любой поворот на Захад, что будет разбираться шматвекторность, так званая, да, что будет возводиться, ну, вот, плод помеж Беларуси и Европы из Лучных Штатов. Только вот после этого подтримка стала такой однозначной и вот привела до того, что вот мы имеем зараз.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, что с нами был директор Института политической сферы Андрей Казакевич и политический оглядальник Радио Свобода Валер Карбалевич. Я звертаюся до наших глядачов с пропановой выказывать свои думки, свои меркования по тих питаннях, вот какие мы сегодня обмерковали. Ну, а затем, как будут разгортываться подеи далей, как будет асэнсоўвацца беларуская революция, беларускія падзеі 2020 году, наши глядачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум». Дякую, да пабачэння.